В чем же заключается секрет богатства? Давайте поговорим на тему, которая мне знакома, потому что я являюсь миллионером настоящим в долларах. И я все-таки разгадал этот секрет. И если вам получится тоже понять то, что я хочу донести, у вас тоже будет все хорошо. Потому что, как ни странно, вместо того, чтобы получить знания, люди пытаются оправдываться и делать вид, как будто деньги не важны. К сожалению, мы живем в таком мире, где за деньги покупается любовь, счастье, радость и самое, знаете что? Здоровье. Здоровье. Здоровье начинается с правильного питания, с правильного режима дня, с правильного ощущения мира, и это дают деньги, как ни странно. Поэтому давайте я вам расскажу про мистику, которая происходит в тот момент, когда человек начинает понимать и взаимодействовать с деньгами. Первое, что вам нужно понять, это то, что наша система и образование, и медицина, и всего остального, она настроена для того, чтобы человек, который обучился, вышел, так сказать, с образованием, с бумажками, никогда не стал богатым. К сожалению, оно так. Вспомните, когда вы учились в школе, в институте и так далее, сколько у вас было уроков, ну, допустим, про деньги. Ну, допустим, про финансовую грамотность. Ну, допустим, про как запустить бизнес и не прогореть. У вас таких уроков не было. Но при всем при этом вам пытаются внушить, что у вас есть какое-то образование. Это замечательно. Думать про себя, что ты умный и образованный, и у тебя есть высшее образование. Знаете, что это на самом деле подразумевает? Что дальше учиться уже невозможно. Уже дальше некуда, это высшее. Вы в то же самое время, пока вы ходили на работу, искали себя, медитировали, гоняли чакрами по квартире и всякое остальное, вы бы могли заниматься любимым делом, получать от этого удовольствие. А, кстати, а вам никто никогда не говорил в школе, в институте, что, оказывается, можно зарабатывать, получая удовольствие? Например, если вы когда-нибудь слышали, каждый человек, помогая другому, а это прошито в нашем подсознании и вообще во всей нашей физике, получает удовлетворение. Помогая другому, ты получаешь удовольствие. Представьте, к моим ученикам приходят люди, которые всю жизнь с детства не могли разрешить какую-то проблему со своей психикой, какую-то психотравму. И в течение нескольких часов человек разрешает этот конфликт, убирает, стирает эту травму. Как вы думаете, как себя ощущает человек, который дал гарантированные результаты? А, я, кстати, вам не говорил. Те люди, которые у меня учатся, могут и в состоянии дать гарантированные результаты, соответственно, гарантию на возврат денег. Потому что то, чему я учу, работает и дает результаты. Что ни один психолог не может, например, сделать. Не может дать гарантию на то, что у него сработает. Поэтому они несчастные и бедные. Так вот, представьте, давая гарантию результатов, давая настоящие результаты, представьте, этот взгляд человека, которому изменили жизнь, который десятилетиями ходил по гадалкам, психологам, астрологам и так далее, и все у него забрали деньги и ничего не дали. И вдруг, наконец-таки, этот человек, которому все-таки поверили, дал результаты. Нету ничего приятнее, чем изменить человеку жизнь в лучшую сторону. Нету, я пробовал. Я занимался многими бизнесами, у меня была карьера в консалтинге, я общался с невероятно богатыми людьми и делал с ними бизнес, но я все равно всегда возвращался к одной и той же теме – помощь людям. И хочу также добавить, у многих из вас есть призвание. Оно заключается в том, что вы хотите помогать людям. Единственное, вам никогда не дали инструментов, которые по-настоящему проверены и работают. Потому что многие люди становятся тренерами, потому что у них не получается заниматься тем, чему они обучают. Если вы хотите разобраться, что работает и что нет, переходите на мой абсолютно бесплатный тренинг, почувствуйте на себе, попробуйте те инструменты, которые убирают те программы, заложенные в вас в детстве, которые не дают вам разбогатеть, которые не дают вам заниматься тем, что вы хотите, которые продолжают вас убеждать в том, что вам нужно ходить на работу за ничтожные деньги и страдать.
вы можете изменить свою жизнь. Поэтому, если у вас есть желание, переходите по ссылке на мой бесплатный тренинг, регистрируйтесь бесплатно, и я вам помогу. Всего вам хорошего.